Надежды, ну, естественно, большие. Сам, ну, за себя говорит тот факт, что мы предложили им профессиональные контракты, да, и это ребята еще, на самом деле, там почти полкоманды еще школьники от 99-го года рождения. Мы видим в них будущих профессиональных, они уже сегодня стали профессиональными футболистами де-факто. Мы верим в том, что они будут расти, что это их подхлестнет. При этом нужно, глядя правде в глаза, нужно сказать, что не все, ну, то есть статистика говорит, и спортивная, и футбольная жизнь говорит о том, что не у всех это получается. Не бывает такого, что все выпускники академии выходят и становятся профессиональными футболистами. Это здесь связано и с талантом игрока, и с характером, и насколько смогут они там завоевать свое место под солнцем, скажем так. Но мы создаем условия, мы, естественно, выбираем лучших и верим в них. Хотим, нам искренне очень хочется, чтобы это случилось, и чтобы, ну, не то, что случилось, чтобы как можно больше из них стали профессиональными футболистами как можно более высокого уровня, потому что явный дефицит футболистов с казахстанскими паспортами здесь высокого уровня. И мы этим очень серьезно занимаемся, и надеюсь, что этот пробел сумеем восстановить. Вот это как один из фактов, вот это подписание контракта, это для них как путевка в профессиональный футбол.